Операция по спасению штурмана Су-24 длилась 12 часов. Участвовали спецподразделения России и сирийской армии. Очевидцами одного из ее этапов стали журналисты съемочной группы агентства «Анна Ньюс», которая сейчас работает в Сирии. Пилот очень грамотно действовал, он подавал сообщения, его искали весь день, потом нашли, над ним висел беспилотник, выдвинулась группа, она ближе всего была, сирийское подразделение. И они его в ранний час ночи встретили и вывели к нам. Он в психологически нормальном состоянии, не ранен. У нас четкое доказательство, что турецкий самолет стрелял с территории Сирии. Он зашел, видимо, через море, потому что ракета идет с юго-запада на северо-восток. Вот этот след, который у нас есть. И когда камера опускается, там видно, что в 9 утра тень от дерева идет. Вот это можно. И точно такие же координаты удара дал летчик Су-24, который смог уклониться от ракеты. Поэтому все-таки турецкий истребитель не просто сбил на территории Сирии наш самолет, но сбил его с территории Сирии. Уже сейчас есть информация, то, что действительно стояли профессиональные камеры, они выставлены были на этот район. То есть эта провокация была хорошо подготовлена.